Как вы считаете, в какой момент начинается жизнь? В утробе? В момент рождения? Как вы думаете, когда душа входит в тело? Сейчас вы делаете предположение. Это основывается на том, что я читал и слышал. Сейчас я говорю о вас, о себе и о присутствующих здесь людях. А вы упоминаете еще кое-кого по имени душа. Давайте использовать слово «жизнь», потому что слово «душа» приобрело самые разные значения. Знаете, люди ищут родственные души. Определенно. Вашему телу нужен партнер. Вашему уму может потребоваться партнер. Но душа, если она абсолютна, определенно она не нуждается в партнере, не так ли? Давайте использовать слово «жизнь». Это менее испорченное слово. Жизнь не входит в тело просто так. Это происходит как процесс. После зачатия две маленькие клетки соединяются и превращаются в комочек плоти. Чтобы после зачатия в него вошла жизнь, нужно примерно 40-48 дней. Я не знаю, что на этот счет говорят медики. Здесь есть врачи? Хорошо. Я говорю, исходя из личного опыта. Жизнь входит в промежутки от 40 до 48 дней. Иногда жизнь появляется позднее. Мать сможет почувствовать это, если мы немного ее подготовим. Если же она заметит, что жизнь пришла после 48 дней, это значит, что на свет появится кто-то очень особенный. Потому что такой жизни необходимо больше времени, чтобы закрепиться. Она ожидает экстраординарную жизнь. Вы слышали, что матери Гаутамы говорили, «Вы ожидаете появления феноменального человека». Или кто-то увидел Ишоду и сказал, «Вы дадите жизнь экстраординарному созданию». Просто когда вы замечаете, что жизнь входит не в 48 дней после зачатия, а немного позднее, это значит, что на свет появится кто-то экстраординарный. Почему так происходит, если я начну вдаваться в детали, мы идем от темы. Но обычная жизнь приходит в промежутке от 40 до 48 дней. После этого утроба является производственной ячейкой тела. Если по какой-то причине тело не сформировалось надлежащим образом для этой жизни или любой другой жизни, тогда она выбирает уйти еще до рождения. Так появляется мертворожденный ребенок. Или иногда из-за каких-то компульсий мать может пойти на аборт. Это уже другое. Но во всех случаях настоящее взаимодействие с телом у жизни начинается в промежутке от 48 до 90 дней. Вот где жизнь действительно соединяется с телом. А до тех пор она подготавливается, она присматривается. Подходящее ли это место, подходит ли это утроба? Это не что-то осознанное. Это происходит неосознанно. Жизнь смотрит, подходит ли это место для определенных склонностей. Традиционно мы называем такие склонности васана. Вы ищете себе подходящее тело в зависимости от вашей васаны. И даже если жизнь уже частично обосновалась, она может уйти раньше, чем пройдут 90 дней. В период между 84 и 90 днем жизнь прочно закрепляется. Это уже полноценная жизнь.